Еще одной темой обсуждения на заседании Кабинета министров стало увеличение цен на сельхозпродукцию. Как отметил Иван Моторин, обещали, что овощи подешевеют с вступлением в ВТО, а они дорожают. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов тут же прокомментировал ситуацию. Дорожания такого критического нету. Относительно прошлого года дорожает. Но в прошлом году просто, я говорю, унизительно низкая цена была и на картофель, и на овощи. Поэтому здесь ничего такого, я считаю, что критического нет. Урожай более низкий в этом году будет. Это тоже как-то влияет. Продукты подорожали. Тарифы ЖКХ с 1 июля увеличились. Поэтому увеличился и прожиточный минимум на душу населения. Во втором квартале он составил 6226 рублей. Это на 4,4% или на 265 рублей больше, чем в первом. Расходы возросли и по статье продукты питания, непродовольственные товары, услуги и обязательные платежи и сборы. По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 6603 рубля, пенсионеров 5167 и для детей 6162 рубля.